Трое соликамцев обвиняются в краже группы лиц по предварительному сговору. Мужчины устроились разнорабочими на одной из предприятий нашего города. Их бригада занималась уборкой мусора и промышленных отходов. К уборке мужчины подошли творчески. Помимо мусора, решили собирать еще и лом цветных металлов. С перерывом в 2-3 дня злоумышленники переносили имущество со склада в установленное здание, а затем через окно вытаскивали мешки и увозили их на общественном транспорте в пункт приемки металла. Таким способом приятелям удалось избыть содержимое 3 мешков. Вырученные денежные средства они поделили между собой и потратили на личные нужды. А тратить было что. Мужчины заработали более 100 тысяч рублей. Всего им удалось похитить порядка 160 килограмм меди. Во время следствия обвиняемые раскаялись в содеянном и признали свою вину.